Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я получила посылку от любимого Василька. Сейчас покажу, что же я в этот раз заказала. Для мамы я заказала одеялко. Оно из верблюжьей шерсти, но оно тоненькое. Оно идет облегченное на осенний-весенний период. Одеяло очень тоненькое и легкое. Здесь верблюжьей шерсти идет 150 грамм на 1 квадратный метр. А есть еще варианты более теплые. Там идет 300 грамм на квадратный метр. Но те уже для зимы. Такие более теплые варианты одеял. А для лета, я думаю, комфортно будет спать маме вот именно под таким тоненьким натуральным одеялком. Очень хорошая простежка. Сваливаться наполнение будет. И цена у этого одеяла 835 рублей. Я думаю, что на летний период маме будет комфортно спать под таким легким, приятным одеялком. К новому одеялку я еще заказала для мамы постельное белье, комплект и простыночку. Расцветочку мама выбирала сама. Комплект называется «Валерий». Ну, наверное, маме нравится, это же ее имя, и поэтому она выбрала именно этот комплект. Ну и мне тоже эта расцветка безумно нравится. Такой розово-пудровый цвет. Ткань здесь бязь. Бязь люкс. Цена этого комплекта 1320 рублей. Мне очень нравится. Замечательный комплект. Нежная ткань. И что мне еще нравится, здесь всегда есть место свободное. Вот я сейчас одеялко вставила. Место дается для усадки. И ткань, конечно же, будет еще плотнее после стирки. Вот оно, одеялко тоненькое такое. Приятное. Я думаю, мама будет довольна. Наволочки здесь идут без молнии. Идет хороший такой загиб туда, вовнутрь. И остается еще место свободное на усадку. Васильки это всегда предусматривают. Ткань здесь всегда высокого качества. Мне нравится ткань. Дополнительно я еще взяла такую же простынку к комплекту. Пододеяльники долго работают, а просто они быстрее выходят из строя. И таким образом уже комплект прослужит долгое время. И я думаю, что сейчас останется нам только постирать комплект и уже постелить на мамину кровать. В интернет-магазине «Любимый Василек» очень разнообразная цветовая гамма махровых полотенец. Полотенца все идут однотонные, с бордюром греческого орнамента. И мне очень нравится именно качество полотенец. Они настолько плотные, они очень хорошо впитывают воду. И вытирать руки таким полотенцем одно удовольствие. Это вот размер 40 на 70. Я их как раз беру для рук и для лица. Самый такой ходовой размер. И точно такой же расцветочки я взяла банные полотенца, они размером 50 на 90. Всем будет по два новых полотенчика. И сыну, и папе, и маме, и мне. А еще я взяла домашний костюм. Он называется Виктория. Брюки и рубашка. Домашний костюм я взяла в подарок, и он будет уже без примерки. Рубашка прямого покроя с застежкой на пуговице. Отложной фигурный воротничок. Рукавчик здесь идет 7 восьмых с манжетом. Слева на груди идет карманчик и отделочка таким ярким кантиком красным. Сзади по спиночке идет тоже отделочка кантиком, как кокеточка. Себе я взяла куртку рубашечного кроя. Она идет с начесом, застегивается на крупные пуговицы, свободного силуэта. Она стиль оверсайз. Рукав у нее со спущенным плечом. Манжета идет отрезная, застегивается на пуговицу.
На груди клапаны на пуговице, так как обманчики с двух сторон. И по бокам карманы идут. Карманы достаточно глубокие, хорошие. Вот так выглядит карман изнутри. Низ изделия на подгибке. Ткань футер с тройной ниткой. Такой идет начес прямо, она теплая-теплая. И в составе 72% хлопок, 20% полиамид и 8% лайкра. Я ношу размер 52 и слишком свободно не люблю, поэтому мне нужно будет ее немного ушить в боках. На сайте «Любимый Василек» там три размера вот этих курток. А я взяла для себя средний размер, который подходит с 46 по 56 размер. А для тех, кто носит 54 и 56 размер, вот этот средний размер будет в самый раз. И цена этой куртки 1320 рублей. Когда я делала заказ, я посмотрела, что носочки «Твой стиль» еще остались в продаже. И поэтому я заказала их еще раз. Мне очень нравятся носочки именно высокие, именно однотонные, без всяких рисунков. И качество у этих носков замечательное. В составе у них 80% хлопок, 15% полиамид и 5% лайкра. Резинка не тугая, ногу не сдавливает. Носочки хорошо держатся, прекрасно сидят на ноге и отлично носятся. В наборе идет 5 носок. Цена набора 270 рублей, это 54 рубля за одну пару. Заказами, как всегда, осталась очень довольна. Ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» я оставлю внизу под роликом. А также будет ссылочка на Instagram, где можно увидеть все новинки. А новинки там появляются каждый день. А я говорю спасибо интернет-магазину «Любимый Василек» за качественный товар по доступным ценам. Так выглядит сайт «Любимый Василек». Это я покажу для тех людей, кто здесь в первый раз, кто никогда не был. И я хочу показать куртку-рубашку, которую я сегодня приобрела. Так, я захожу в одежду, захожу в куртки. И вот она, куртка-рубашка женская. Сейчас есть в продаже два размера, 42, 52, вот маленький размер, и с 50 по 60 размер. Куртка свободного покроя. Модель носит в жизни 52 размер, то же самое ношу и я. Я взяла то же самое. Но мне куртка свободная, и мне придется ее немного ушить. Это нужно иметь в виду тому, кто заказывает. Кто-то любит свободное, но я не люблю сильно свободное, поэтому ушью. Если любит посвободней, ну и фигуры, конечно, у всех разные. Ну а я всем желаю приятных и удачных покупок. Всего всем самого доброго и до скорых встреч. Футболочки я выстирала. Стирала при температуре 30 градусов. Так, обычная машинная стирка. Такая быстрая. Все прекрасно. Ничего с ними не случилось. Висят на плечиках. Сохнут. Сейчас уже можно будет прогладить. И
менять, дома ходить замечательно. Лето есть лето.